Вторая степень капсулярной контрактуры в левой груди. В правой все идеально. Какие прогнозы? Зависит от сроков, от импланта. То есть сроки, когда сформирована вторая степень капсулярной контрактуры, что происходит в динамике ухудшения или стабилизации ситуации, от возраста, от вида имплантов, от вида операции. В зависимости от этого прогнозы могут быть. Либо все останется в таком же состоянии, тогда можно в принципе не трогать там, ближайшие 5, 7, 10 лет. Либо это приводит к ухудшению, к отрицательной динамике. Это видно и клинически, и на УЗИ. Тогда нужно повторное вмешательство.